Урметті достар, біздің спортшыларымыз ең күчлі, яғни Қырым ярмадасында яшаған әрбір спортшы шеше түрлі ярышларда ғалибені қазана ве, әлбетте біз бұңа қол тұтамыз ве кешенлері тамам әжейіп бір спортшы бойынша Женюби федераль меркезінен келген бұзым ярышчыларымыз, олар енді бұзым студиямызда вершені тариф етмеге аздырлы. Әлбетті бұз оларыны тақдим етмеге ашықамыз, сайғылы достар, бұзым студиямызда. Қырым Жумхуриеті Киокусинкай Карате Федерациясы тешкілетінің вице-президенті Александр Шегеда, Қырым Жумхуриетінің чемпионы Бұтын Русия Куреш санаты бойынша яшлар ойынларының чемпионы, Женеби федераль округы бұрынжілігінің 2 дефа чемпионы Ольга Иванюк ве Қырым Жумхуриетінің чемпионы Краснодар шәріндеке ачық бұрынжілігінде тунш медаль сайыбы, Женеби федераль округы бұрынжілігінің тунш медаль сайыбы Эльмаз Асанова. Салям алейкум, здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Как настроение? Все хорошо. Хорошо. Как погода на улице? Прохладно? Прохладно. Но тем не менее, создает новогоднюю атмосферу и настроение, я думаю. Да. Хотим сразу поздравить с достижениями, которыми, так сказать, вы можете похвастаться, а теперь мы все вместе можем похвастаться со всеми телезрителями. Это, наверное, самое лучшее, что, чем мы можем вас поздравить. Конечно же, невероятные достижения. Расскажите все-таки, Александр, как все происходило. Да? В первую очередь, очень интересно знать, как прошел этот турнир. Ну, турнир проходит ежегодно федерального округа. На нем достаточно большое количество спортсменов. Мы когда первый раз попали, то есть это было соизмеримо с чемпионатом России. Угу. То есть такое количество людей происходило, участвовало. И мы готовимся ежегодно к турнирам достаточно тщательно. Да, вот девочки ежедневно у них по тренировке, да, которая длится 2 часа, это очень изнурительно. И для девочек это колоссальный труд, тяжелый. Сами, мне кажется, это для любого человека. Ну, для любого, да, да, да. Вот, поэтому подготовились, да, поехали, выступили с достоинством, защитили честь республики, честь города. Вот. Я думаю, что результат... Вот, говорит сам за себя. Да, говорит сам за себя. Угу. А, девчонки, теперь вы расскажите подробнее непосредственно, как все происходило, кто был вашим соперником. Оль. Было трудно, переживали, но мы справились. Соперники были в основном из Краснодара. Угу. Было сложно. Но мы справились. Я правильно понимаю, вы дважды чемпионка? Да, Оля. Да, в том году заняла первое место. И в этом году подтвердила свой титул, став двукратной чемпионкой. Я вот хотел бы сразу уточнить. В этом году стояла сверхзадача, да? Потому что в прошлом году вы выиграли. И вам вот в этом году надо было подтвердить. Опять подтвердить, повторить и доказать, что вы в прошлом году не зря выиграли. Ничего, какая-то ответственность не давила на вас? Не было сложно вот именно понимать, что нужно подтверждать это чемпионство? Было. Очень сильное было давление. Ну, я знала, что мне нужно было победить, и я старалась изо всех сил. Кто вас поддерживал? Тренер Эльмаз тоже поддерживала. Угу. Родители. Да, папа кричал за татами, там, болел. Ну, это самое главное, потому что действительно это же очень сложно. Да, да, эмоционально спортсмены переживают на соревнованиях очень большой стресс. Если тренер неправильно подготовит, да, в том числе и психологически, то спортсмен будет чувствовать дискомфорт. Поэтому задача тренера уже не только как тренера, да, работать, но и как психолога со своими учениками. И если все выстроить грамотно, то будет результат. Эльмаз, что вы чувствовали, когда выходили на татами? Я изначально переживала, но потом я собралась и перестала переживать и бояться, и вышла на татами. А кто поддерживал? Тренер, Оля, папа Оли. Ну, родители, само собой, близкие. Насколько сложно было победить соперника? Ну, соперники были очень тяжелые, так как они были опытные, а это первое соревнование, ну, такого масштаба у меня. Но в основном, да, было очень тяжело. Сильно радовались, когда выиграли бронзу? Да.
Это первые соревнования, то есть это ваша, так сказать, первая медаль такого уровня? Такого уровня, да, да. Эльмаз занимается недавно, ну, для, да, профессионального спорта. То есть всего лишь третий год. Вот. И за третий год это вот ее серьезные первые соревнования, на которых она выиграла, вот, заняла призовое место. Тогда вот сразу хотелось бы узнать, Эльмаз, это твой личный выбор был пойти в этот вид спорта или тебя отдали туда родители? Это я, ну, решила пойти туда. А что сподвигло пойти на такой, на первый взгляд только, не женский вид спорта? Ну, у меня туда ходила подружка, и она предложила мне пойти. Я решила сходить посмотреть, и мне понравилось, я решила продолжить ходить. Оля, а как вы пришли в этот спорт? Тоже занимаетесь? Четвертый год будет в мае. Моя подруга раньше занималась рукопашным боем. Предложила мне. Ну, мне рукопашный бой не очень понравился, поэтому папа предложил попробовать карате. Я пришла, мне понравилось, и вот. И осталось. Подождите. Я сейчас правильно понимаю. Да, вот просто. А где же вот эта художественная гимнастика? Девочки занимаются такими красивыми видами, фигурное катание. Танцы. Почему сейчас звучит рукопашный бой, киокусинкай, карате? Это... Девочки, вы кому-то мстите? Нет, просто больше нравится. Очень неуверенно звучало. Из уст Эльмаз слова «нет». А вообще приходилось использовать различные там приемы, навыки вне татами? Нет. Ну, это главное. Это самое главное, да. Ну, задача тренера же тоже как бы объяснить, что только на татами. Только на татами, только в спортивной обстановке. Всегда говорим о том, что недопустимо обижать, да, кого-то. Единственное, что я говорю, если кого-то обижают, да, то вы можете помочь, да, спасти слабого. Но обижать самим не разрешаю, вплоть до того, что просто закрываем двери перед учеником. Настолько серьезно. Да, конечно. Будут ли сейчас какие-то подготовки? То есть мы понимаем, уже год близится к завершению. Да, год заканчивается. У нас стоит, опять же, сверхзадача на февраль месяц. Международный турнир по киокусинкай карате, который будет проходить в Москве. Russian Open Junior Cup. Мы ежегодно выезжаем на него тоже. Но пока, вот, к сожалению, у нашей команды не было достижений. То есть, так сказать, пьедестал еще не занимали. Да. Ольга и Эльмаз готовятся вот к этому международному турниру. Поэтому надеемся, в этом году, в 21-м, мы все-таки возьмем призы. А мы будем желать удачи. Да. И подводя итоги 2020 года, каких успехов добились спортсмены крымские, крымские спортсмены, да, в киокусинкай карате? Какие итоги можно подвести? Потому что действительно непростой год был для всех нас. Да. И ограничения в различных соревнованиях, и личные какие-то проблемы. Вот все-таки какие итоги мы на сегодняшний день имеем? Ну, главный итог, я бы сказал, вот в связи с этой эпидемиологической обстановкой, да, то, что были закрыты спортзалы, были отменены разного рода соревнования. Главный итог года – то, что спортсмены не потеряли свою подготовку, свою квалификацию. То есть это главное. Потому что для спортсмена даже месяц пропуска тренировок – это, ну, большая потеря как в физическом плане, так и в моральном. Вот, поэтому остались на уровне, подняли планку выше и работаем. Самое главное, мы желаем вам побед, так сказать, на предстоящем турнире, чтобы подготовка проходила у девочек хорошо, чтобы вы вышли, перебороли все страхи, да, как вы сказали, что сначала переживали, потом перестали переживать и вышли, победили. Чтобы только победы и, конечно же, с победами, только с победами, смотрите, только с победами, да, только с победами мы вас ждем у нас в гостях. Спасибо, что посетили нас сегодня. Хорошего дня и с наступающим Новым годом. Вас так. Спасибо. Урмит Лослар, я и намазы сиде вам эти не в бете, как основа знабира билекты и сиры темы с базден айрылмаңыз, бете огде ин мирахлысы.